Кубань сегодня один из самых привлекательных регионов для предпринимателей. Во многом это за счет созданных условий для комфортного ведения бизнеса, отметил Титов. Мы видим, что развивается промышленность. Это уж не говоря о сельском хозяйстве, которое дало очень серьезный рост в прошлом году. А по отношению к средним темпам роста в России, край почти в два раза превысил эти темпы роста ВВП. И мы считаем, что это в основном происходит благодаря тому, что сегодня бизнес чувствует себя в крае уверенно. Сегодня у нас работают бизнес-инкубаторы в крае, и мы сегодня максимально пытаемся их развивать, потому что молодые более чувствуют сегодня рынок, они понимают способы, механизмы, как сегодня можно ворваться в рынок, как можно закрепиться в этом рынке, конечно. Поэтому бизнес-инкубатор – это вот та площадка, где они могут начать свои стартапы для того, чтобы на самом деле начать движение в большой бизнес. Кроме того, мы сегодня повышаем правовую грамотность малого и среднего бизнеса. Это очень важно, потому что сегодня малый и средний бизнес должен уметь защитить свои права, в том числе и перед контролирующими органами. И сегодня для нас очень важно, чтобы они могли понимать, какие законы их защищают, и такие законы вообще есть. По итогам прошлого года регион показал рост ВРП на 1%, при том, что в целом по стране, наоборот, отмечается снижение. Как подчеркнул Вениамин Кондратьев, важно, что достигнут этот показатель не за счет увеличения налогов, а за счет укрепления экономической базы и количества предприятий.